уважаемые коллеги, доброго дня. Я как руководитель исполнительного директора Совета муниципального образования Ульяновской области тоже имею свою точку зрения, когда был вопрос не только к депутату Ульяновской городской думы. Во-первых, конечно, хотелось бы отметить, что действительно 18 декабря наш парламент региональный принял соответствующий закон. Областной предоставляющий право органам местного управления самостоятельно определять избирательную систему, по которой будут проходить выборы представителей органов местного самоуправления на территории городских округов. Во-вторых, что хотелось бы отметить, что в принципе процедура и те предложения, которые нами были инициированы коллективом депутатов, они в строгом соответствии с региональным законодательством корреспондируют с нормами федерального законодательства, в частности, статьи 23 и статьи 35 и 131 федерального закона. И что немаловажно, инициатива сама принадлежит городскому округу Нового Ульяновска. То есть инициатива идет от муниципальных образований. Это очень важно, значит, потребность в этом на территории соответствующих муниципальных образований есть. Что это дает нам? Как уже сказали, каждый муниципалитет вправе будет сам самостоятельно выбирать удобную для себя избирательную систему. То есть принцип вариативности, который предусмотрен законодательством. Во-вторых, сосредоточить депутатов-списочников, которые были ранее на работе на одномандатных округах. При всем уважении, наверное, к депутатам-списочникам их меньше знают люди, чем одномандатников. И, на мой взгляд, для большинства жителей, пообщавшись и на своем округе, и на соседних округах, и побывав в сельских муниципальных образованиях, для граждан, в принципе, не важна система голосования. Они голосуют за того или иного человека, кто реально с ними работает или реально им чем-то помог. Поэтому здесь важен, как говорится, роль личности.